Первая школа Мурманска продолжает преображаться. Стены, полы и потолки здесь подготавливают к отделке. В помещениях проводят электричество, отопление и вентиляцию. После ремонта здесь найдется место и традициям, и современным решениям. Надо сказать, что я ее заканчивал. Здесь сохранился музей имени Бредова. Это очень хороший пример, когда мы сохраняем архитектуру нашего города, но внутри это современное образовательное учреждение. Далее по плану установка противопожарной системы, охрана тревожной сигнализации, видеонаблюдение, локальной компьютерной сети и других необходимых для обучения удобств. Сейчас закончится строительная работа, монтажная работа, и мы перейдем к наполнению помещений уже непосредственно тем, что нужно для образовательного процесса. Это будет мультимедийное оборудование, будут IT-панели, это будет одна из самых современных школ города. 450 учеников сейчас распределены по другим учреждениям, но уже в этом сентябре они должны вернуться в родные капитально отремонтированные стены. Это, например, спортзал. Этой осенью ребята будут тут играть в баскетбол, сдавать нормативы и прыгать через козла. Снаружи изменения уже заметны. Крыльцо и фасад отремонтированы. На территории расположилась новая площадка. Евгения Гричуха, Руслан Мавлютов, ТВ 21+.